Видео создано при поддержке группы Fallout ВКонтакте. Ссылка в описании. Доброго времени суток, мои дорогие зрители. С вами снова Wastelander, и это Тодд Винкл. И сегодня мы одним глазком взглянем на мод Nipton Rebuild для игры Fallout New Vegas. В этом моде, как вы, наверное, могли догадаться по названию, можно восстановить город Нептун, став его мэром. Давайте посмотрим. Некоторые изменения приносит этот мод уже в офис мэра. Здесь ходит какой-то мудацкий робот в сапогах, который трясет во все стороны руками и ранен сильно. Что ты скажешь? DIR-3B. D1R-3B. Добро пожаловать в мэрию, меня зовут... Как я сказал, я запрограммирован быть резервной копией заместителя мэра в случае чрезвычайной ситуации. Что я могу сделать для вас? У тебя хороший голос. Спасибо. Голос номер 37А был выбран, потому что он считался приятным и легким. Резервный помощник? В Нептуне сейчас что, нет главы? Действительно, мэр Джозеф Стайн, к сожалению, пропал, и Нептун нуждается в руководстве. Мы надеемся на сильного и бесстрашного лидера. Расскажи мне о бывшем мэре. Он выбрал меня, потому что я был самой дешевой моделью протектрона на рынке. Он прибыл к нам из хаба и считал, что быть мэром Нептуна не очень престижная должность. Некоторые могут сказать, что он допустил перерасход и имел дела с бандами, что сравнял Нептун с грязью. Но не мне судить. Не возражаешь, если я использую терминал? Вовсе нет, я обеспечу вашу безопасность, пока вы находитесь здесь, в офисе. Ты обо мне говоришь? О смелом и сильном. Да, вы первый человек, который пришел в здание после того, как мы были зверски атакованы. Храбрый странник, вы станете мэром Нептуна и поможете вернуть этому маленькому городку былую славу. Не знаю, приятель, я очень занят. Пожалуйста, посмотрите терминал на столе мэра, если передумаете. Кто-то еще раз? Ясно. Было очень приятно. Но не сказать, что мне было очень приятно. Давайте посмотрим, что в терминале нахуячено. Насчет робота. Полагаю, мне стоит что-нибудь сделать с этим протектроном. Он продавался с хорошей скидкой, и я решил, что всегда хорошо иметь кого-то, прикрывающего тебе спину. Но что неудивительно, у робота не оказалось вооружения для дальних дистанций. То есть это чудо бегать за рад скорпионами с голыми клешнями. Меня это рассердило, но за такую-то цену это бесполезно кому-то доказывать. Задайте ID мэра и начать восстановление. Теперь вы мэр Нептуна. Задание. Чего он там всю лапу машет? Восстановление Нептуна. И что нам нужно делать? Привести Нептуна назад к своей былой славе. Тут флаг, что ли, появился, нет? Пойму. Ладно. Проверка ID, доступ разрешен, добро пожаловать, мэр. ID not found. Что вы планируете делать сегодня? Основы города. А, тут все за деньги, ебаный в рот. А есть у меня деньги-то вопрос? Сейчас, надо посмотреть это. А, есть. Отлично. Ну давайте, основы города. Нанять врача, врач это очень важно. Нептун, свой человек, сообщество приняло вас, оценив ваше стремление помочь. Так все просто? Хм, чудно. Основы города. Открытие отеля. У вас нет необходимых материалов. Каких материалов? Вы чё? Вы чё, совсем? А, два металла. Металлолом. А, понятно. Отделка домов для продажи. Весть о ваших добрых делах широко распространились, и люди вас любят. О как. Отлично. Это, знаете, мне напоминает Sim Settlements для Fallout 4. Так, торговцы. Принять на работу торговца. 400 крышек. Там даже немножко посложнее, чем здесь, я бы сказал. Здесь просто деньги плати и все. Торговцы. Открыть магазин одежды. Отлично, я уже почти восстановил весь город, и в этом что, в этом весь квест? Блядь, нормально вообще. Развлечения, салон, ой, ё-моё. Проститутки, Открыть небольшое казино, создать небольшую площадку для кемпинга. Небольшая игровая площадка.
Смотрите, какие-то компоненты нужны, прикольно. Так, что там еще? Безопасность. Штаб полиции на ЖД вокзале. А есть у меня деньги-то еще? Посты. Ну, это, видимо, были последние мои деньги. Ладно. Теперь мне просто интересно посмотреть, что мы там нахуй вертили. Итак, что у нас здесь на улице? Какие-то задания провалены сразу же. К чему это? Ух ты, ёпта. Интересно. Город сильно преобразился, правда, почему-то горящие покрышки и скелеты отсюда не убраны. Ты кто такая? Поселение Ниптона. Ой, твое поселенец. Так, дома на продажу, которые, видимо, починены, но в которые войти нельзя, ладно. Флаг какой-то здесь появился, скажем так. Это что у нас? Это магазин такой выглядит? Этого здания не было, нет? Магазин одежды и винторезный щеголь. Ну, давайте хоть посмотрим, как это выглядит изнутри. Хм. Озвучено? Эрминтруда. Привет, что-нибудь нужно? Понятно. Ну, о! Блин, фуражка. Фуражка бумеров, он мне нравится, кстати. Прикольный дизайн, кстати. Ну, здесь дизайн локации заебок. Что я могу сказать? Вот надо многим на заметку брать мододелом. Что если не умеете, не лезьте. Вот эти ребята умеют, кто делал. Так, а что я еще здесь открыл? Это вот ЖД-станция, это нынешний полицейский участок или нет? Или нет? Но ее не было вроде как. Полиция написано, действительно, да блять, дай зайти. И что там, действительно полиция? Или... Он... О, смотрите. Вау. Капитан Шеклтон. Рад тебя видеть. Как обстоят дела? Обычные дела. Мы тут рыцари в сияющих доспехах, которые возятся в куче мелкого дерьма и которые, вернувшись домой, получают только похлопывание по спине. Как дела? Так, стоп. Что там с этим пленником? Я еще даже не знаю, что за пленник-то. Че это за хуило? Классно, вы его приковали. Теперь можно и спросить. Что такое с этим пленником? Мы получили отчет, и этот парень вел себя подозрительно. Шлялся по округе с опущенной головой, поглядывал в окна, обхватив лицо руками. Вот такое дерьмо. У меня такое ощущение, что он что-то скрывает, но он крепкий орешек. Мы пробовали почти все. Хороший полицейский, плохой полицейский, жестокое обращение. Мы не выходим за рамки, но планируем это. Этого заключенного нужно обработать, а? Предоставь это мне. Делай, что хочешь, только прибери потом за собой. Отлично, давайте поговорим хоть с ним. Кто ты? Похоже, человек при смерти, снятие с креста убьет его. Чё-то скрипты наломанные. То есть мне надо его избить? А, почему, собственно говоря, нет? Чё я туплю? Что я такой добрый-то, а? Ну-ка, пленник. Ничего не говорит. Ну, походу он сломанный. Ты умер или нет? Нет, ты не умер. Ладно, я его немножко полупил. Это нам ничего не дало. Давай-ка освободи его. У вас же даже нет никаких доказательств, отпустите его. Это ужасно идея, но настоите хорошо что угодно. Вот такой я добряк. Какие-то разыскные плакатики. Ну, вообще прикольно сделанное здание, даже менты есть наши. Прикольно. Я рад. Там как это сделано. Единственное, что, как вы видите, поговорить с пленником по какой-то, блядь, причине нельзя. То ли это хреновое скриптование, то ли хрен знает что. Но неудивительно, мод, в принципе, считается discontinued. Вот он, да? А, нет. Ты кто? Слушай, девочка, у тебя же, блядь, броня НКР одета, ты же...
Ты же как бы являешься чем-то большим, чем просто поселенец с пистолетом. О, еще один. Оп! Ты откуда взялся, тварь? Ладно. Я спаситель всего и вся. Ну, то, что здесь появились, конечно, дома вот на пустом месте, это как-то нелогично. Кто же их построил, да? Особенно учитывая, что они такие же обшарпанные сходу. Церковь? Серьезно? И в церкви нет вообще ничего. Ну ладно. Повсюду, короче, понавешались флаги. Что тут все-таки есть еще интересного-то? Ты мне, может, что-нибудь скажешь? Ой, блин, какая-то страшная. Даже если ты что-нибудь могла сказать, я с тобой не стал говорить. Так. Это, видимо, местный доктор. Может, он что скажет? Просто не пойму, на что здесь 50 мегов веса модификации в этой нахерачено. Доктор Маклин. Привет, что-нибудь нужно? Эй, ясно. Даже локацию рассматривать не стал, потому что это не столь интересно. А это что? Школа, что ли? Ну, я даже не знаю, зачем она, учитывая, что здесь нет детей. Ой, бля. Ой, ё. Не видно низги. По-моему, у кого-то проблемы с тараканами. С большими злыми тараканами. Ну, ладно. Кстати, нам нужен металлолом и вообще всякие другие штуки. Чтобы окончательно проапгрейдить город. Ну, давайте, наверное, к этому и вернемся. Может быть, после того, как мы его полностью установим, появится какой-то интересный квест. Пока не очень понятно, что происходит. А, отлично, тела тут лежат. Еще их никто не убрал. Это, честно говоря, какой-то пиздец. Ну да ладно. Смотрите, внезапно открылось еще здание, которое, опять же, построено не в местном стиле. Да, еще здание. Ладно, давайте я проапгрейжу город до конца и посмотрим, как он будет выглядеть. Ну что ж, мои дорогие зрители, я все, что только мог, восстановил в этом чудесном городе. Че это за хрень? Ты кто? Вилфред? Эй, привет, ниггер. Я бы хотел посмотреть на магический трюк «Три крышки». Да, это то, что я думал, что ты мне покажешь. Это, блядь, весь твой трюк? Да ты охуел. Так. Очередной непись, у которого, к сожалению, голова отличается цветом от тела. Мои дорогие зрители, вот кто знает, пожалуйста, напишите в комментариях, что нужно прописать в инишнике, чтобы не было этой жопы. Чтобы это починить. Короче, нанимал я жителей в дома, но непонятно, сколько я их нанял. Трупы все еще лежат, что меня смущает. Огонь все еще горит. Столбы все еще стоят. Ты кто? Мисс Читом. О, бургеры. Так, ты ничего нового не скажешь, ясно. Гостиница «Мертвая лошадь». Блэк Месса? Уже смешно. Как-то вы все странно одеты. Так, пожары так никто и не убрал, хотя стены появились. Прикольно, это место нашел, чтобы присесть на качельках. Посты, вся хрень. Давайте посмотрим на гостиницу. Может, там какой-то маленький сайд-квест будет. Хотя, что-то я уже сомневаюсь, если честно. Это не гостиница, это салун. О, тут рояль есть. Хаси. Который с нами не говорит. Ясно. Так, хорошо, а шлюхи-то где, которых я нанял? Кобл. Ничего нового. Что ж это за гостиница, которая является внутри вообще-то салуном? Логика. Может, я что-то не так понял? Да нет, гостиница. Так, Атомик 31, я так понимаю, это тоже салон какой-то. Поселенец. Мужик с гитарой. Уличный музыкант. Атомик 31, что это? И тут... Какая-то вывеска мерцающая, пусто как-то. Ой, ё. Ловушки, я даже знаю, что внизу. Ага. Да, блядь.
Здание скопировано один в один из угодий этих, как бы, финдов. Так, тут где-то гранаты должны, блядь, висеть. Хотел я сказать. Знаете что, идите-ка вы в жопу. Ай, застрял. Умри. И ты. Блядь, живучий. Хоть дергаться. У меня патроны не бесконечные. Они уже, ко всему прочему, кончились. Блядь, ты же растяжку сорвала, идиотка. Блядь, конченая дура. Сама голова на себе же растяжку сорвала. Ну где, блядь, логика у этой женщины? Типа, всем плохо сделают, да? Ладно. Здесь мы зачистку устроили, и отлично. Какие-то реально жуткие фризы на выходах. Просто кошмарные. Что тут еще есть? Старое здание гостиницы, я так понимаю, да? А это что? Ферма кабанов, которых здесь нет. Так, черное мясо. Неужто там хэдкрабы живут? Я, правда, уже боюсь заходить, если честно. Ха. Научно-исследовательский центр «Черное мясо». А внутри будет Гордон Фрохман? А внутри будет... Крысы будут. А чё у них хэдкрабы? На что 50 мегов просто захуячено было, у меня вопрос. Озвучки почти нет. Ну, скрипты есть, но они не такие тяжелые. Так, там еще враги, а у меня уже и стрелять-то в них нечем. А, блин, вот жопа-то. Я очень хорошо и грамотно подошел к съемке видео, но, как всегда, ни медикаментов не прикупил персонажу. Блять! Я понял. Все, я пошел отсюда. Короче, эти здания добавлены чисто для прикола, и чтобы здесь поискали компоненты для строительства, я так понимаю. Ладно, давайте еще посмотрим на весь город. Тут у нас еще должен где-то появиться магазин был, но я даже искать его не стал, потому что... А нахер он мне нужен? Давайте попробуем завершить восстановление города и посмотрим, что изменится вообще в конце. Может, какой-то квест появится. Так, мы снова в офисе. Отлично. Завершили восстановление города. Восстановление Ниптона. Это значит квест был, да? Больше нет доступных задач. Что ты скажешь? Мэр Ниптона. Теперь я официально мэр Ниптона. Город Ниптон приветствует вас, великий мэр. Пожалуйста, возьмите это. Я надеюсь, что вы пройдете в наш небольшой город в гораздо лучшее место. Что ты дал? Костюм мэра. Сломанный жетон шерифа добавлено. Полномочия мэра. О, ствол дал. Прикольно. Что у тебя на уме? На самом деле, да, мэр. В последнее время я не могу перестать думать о моей заветной мечте стать радиоведущим. Может быть, я мог бы ее исполнить. Мне бы хотелось развлекать миллионы моими забавными выходками и остроумными комментариями. Раньше у нас была радиоантенна, но она была украдена во время нападения. Все, что мне нужно, радиоантенна, чтобы начать вещание. Я слышал, эти хулиганы говорили об отходе в шахту Клирспринг, позади ратуши. Не могли бы вы найти ее для меня, для того, как вы это не составляет... Для такого, как вы это не составляет ни малейшей трудности. Я был бы очень признателен. Хорошо, без проблем. Надеюсь, увидимся, если вы выживете. Вот, уже что-то. Квест. Наконец-то. Полномочия мэра. Что это, Магнум? Ну, у которого текстура, блядь, опять через жопу села. Ах, как меня это бесит. Просто до безобразия бесит. Ну, пошли поищем. Это дурацкое место. Шахты какие-то добавили. Ну, уже неплохо. Так, звезда радио. К северу от Ниптона. К северу. Ну. А, вот она. Неотмеченная локация. Почему-то, по какой-то непонятной причине, маркера туда нету. Это не очень здорово. Ну, возможно, потому что авторам было впадать, что такое. Че это? Тут еще и канализация появилась.
А это что? Банка с краской? Крилон? К чему это здесь? Черное мясо. Не, ну это забавно все равно. Никто не поспорит. Да. Что там происходит? О, враги. Here comes my enemies. Эй, куда вы? Вы куда? А чё они сдристывать начали? Странные какие. Я ж добрый. Зла вам не желаю, ну. Ах ты. То есть сначала сдриснул, потом напал? Где твоя логика, пацанчик? Еще один. Где твоя логика? Да. Почему-то фризы какие-то начались. Походу, тут не слабо все испорчено. Так, ухо легионера. А кто же их тогда убил-то? Держитесь подальше. Что-то мне это не очень нравится. Найти радиоантенну внутри шахты. Блин, как тут темно-то. Ой, тут еще и плавать надо, что ли? Плавать в говняной воде. Блять, не видно ни хера. Куда плыву-то? Труп какой-то плавает. Легионер-рекрут голый, правда, почему-то. Чувак, тебя кто-то разделы, походу, изнасиловал. Ой, блядь, отличные источники света сделаны. Настолько отлично, что вообще ничего не видно. Да, блин. Да твою мать. Какая тут найду. Да, блядь, вообще класс. А это что такое за проход? Очень простой. Ну, давайте вскроем. Да. Что-то левел дизайн то густо, то пусто, скажем так. Блять, где я опять? Нихера, блять, не вижу. Сука. Куда мне плыть-то? Стоп. Ворота. Закрыть. Ворота открыть. Вот сюда, значит. Блять, тут еще и дышать нечем. Так, тут просто мусор какой-то. Саквояж. Уже хорошо, блять, застрял. Да уж, квест. Радиоантенна. Вот мы, блять, и нашли. Не очень-то сложно. Проще, чем я думал. Чтобы найти, откуда мы приплыли. Вроде отсюда. Отлично. Ладно, пойдем вернемся к роботу. Так, с робот. Забирай свою антенну, всунь себе куда-нибудь. Я нашел, ну, радиоантенну, антенну, то, что ты хотел. Спасибо большое, я немедленно установлю. Если вам когда-нибудь понадобится помощь в ваших путешествиях, я бы с удовольствием пошел с вами. Нет уж, спасибо. Нет уж, спасибо. Что, у нас новая радиостанция появилась, интересно? Да вроде нет. Новая радиостанция не появилась. Ну, я думаю, пора уже какой-то вердикт этому замечательному дополнению высказать. Итак, что мне хочется сказать напоследок? Мод не так плох, как я бы думал, он будет. Он не самый замечательный, не самый лучший. Но, в принципе, довольно неплохой. То есть скриптинг сделан неплохо в плане восстановления разных зданий. Интерьеры зданий выглядят тоже довольно-таки любопытно. Есть что посмотреть. Какие-то дивиденды вам это принесет или нет? Вряд ли вам это принесет какие-то дивиденды. Сайд-квесты присутствуют, но в небольших количествах. Что еще? Что мне не понравилось, это то, что, скажем так, разрушение от Легиона... На фоне того, что все вдруг разом восстановилось и перестроилось, разрушение по какой-то причине до сих пор есть. То есть висят скелеты, столбы, пожары. Это меня немножко смутило. Озвучка, но озвучки ее по сути нет. Мне до сих пор непонятно, на что же здесь 50 мегабайт веса потрачено. Видимо, на ретекстур пистолета, который у меня даже не заработал, что очень классно. Да, очень здорово. Что можно сказать? Ну, как я уже говорил ранее, Рикросс — это теперь мой дерьмометр. И
поскольку мод мне не то, что сказать, не понравился, но он мне не показался сильно интересным и сильно до конца завершенным, а он еще, заметьте, на Nexus'е дисконтинюет, то есть его никто не поддерживает в данный момент, его доделали до какой-то временной версии и забросили. Поскольку дальше он уже не пойдет, то этот мод заслуживает 5 добрых улыбающихся Рика Фроссов из 10. Всем вам удачи!